Встать на очередь в детский сад, зарегистрировать договор на аренду квартиры, узнать, как улучшить жилищные условия. Эти и другие вопросы можно решить в одном месте. Вот уже более десятка лет в Брестском горисполкоме работает служба «Одно окно». С течением времени ее работа совершенствуется, а перечень административных процедур постоянно расширяется. Служба «Одно окно» в Брестском горисполкоме работает уже достаточно давно, с 2010 года. Создана она для того, чтобы граждане в одном месте подавали заявления по административным процедурам и получали решение по ним. На сегодняшний день через службу можно подать заявление по 199 административным процедурам, что на 22 административные процедуры больше, чем за прошлый год. Чаще всего граждане обращаются по административной процедуре получения арендного жилья. Она составляет 13% от общего количества принятых заявлений по состоянию на сегодняшний год. Это среди граждан. Также в этом году увеличился спрос на разрешение на установку кондиционеров. Сегодня, придя в службу «Одно окно», быстро и точно можно решить ряд волнующих граждан вопросов. Никакой бумажной и многочасовой волокиты. Поэтому служба «Одно окно» пользуется большим спросом среди граждан. Люди приходят, люди интересуются, люди решают конкретные вопросы. Я обращаюсь в службу «Одно окно» уже не впервые. Очень удобно, что ты приходишь в одно место, подаешь просто пакет документов и потом забираешь то, что тебе нужно, ну, разрешение. Вот сегодня я обратилась по такому вопросу, как отчуждение квартиры. Мы с семьей переезжаем в другой город, и вот сегодня принесла пакет документов и буду ждать решения. В прошлый раз, когда я приходила в службу «Одно окно», в коридоре была просто огромная очередь, люди ругались друг с дружкой, не могли разобраться, кто за кем. Сейчас очень удобно, очень комфортно, ты пришел, нажал кнопочку и, ну, ждешь своей очереди. Служба «Одно окно» в своей деятельности руководствуется принципами доброжелательности и справедливости, а также профессиональной компетентности к своим клиентам. Потому, если вы хотите оставить отзыв о работе службы «Одно окно», стоит только воспользоваться смартфоном, навести его на QR-код и оставить свою оценку.